Вот как. Муж изменил показания? Ну, понятно, понятно, потому что старый у него из области фантастики. Что он придумал? Ешь. А можно мне с папой или с тобой остаться? Нет, зайка, тебе же нравится на даче. Там и речка, и кролики. Ну, мам! Тише. Да. Ты же понимаешь, что это стопроцентное вранье с его стороны. Ой. Кто это? Марк. Привет ему передавай. Тебе привет от Володи. Тебе тоже. Все, я буду через полчаса в суде. Пока. Уже убегаешь? Не позавтракаешь с нами? Судья не будет ждать. Ты, кстати, помнишь, что я тебя сегодня жду в 7? Черт, совсем забыл про ваш корпоратив. Не корпоратив, а юбилей. Пока. Боюсь, я опоздаю, ласточка. Там Баскин избил своего стилиста. Будет допрос 5 часов, потом с прессой пообщаться надо. Так. Ультима рацио. Да. Я сразу приеду, как освобожусь. Угу. А что такое ультима рацио? Это прозвище нашей мамы. Означает последний довод. И когда мама вот так вот смотрит на кого-то, все сразу сдаются. Пока. Пока, мама. Пока, милая. Пока, ласточка. Куда поедете, решили? Нет. Нет, пока нет. Я не знаю, он молчит. Бутербродики можешь? Нет, нет, нет. Спасибо большое. Я не ем. Девушку уносите, иначе я поправлюсь, Володя меня разлюбит. Ну что ты переживаешь? Ты же знаешь, к кому обратиться. Коллеги, без вас этот юбилей был бы невозможен. Спасибо, что все эти годы вы были опорой, честью, совестью и гордостью нашей фирмы. За наш лучший год, друзья. Ой, я уже начинаю тебя ревновать. Я думал, лучший год еще впереди. Впереди, Марк. Впереди. Да, это как в том анекдоте. Засунь свое мнение куда-нибудь подальше. Не могу. А почему? А у меня там диплом юриста и мечты о прекрасном будущем. Вадим Юрьевич, Марк, за вас. Давай. Ой, пойдем поболтаем. Пойдем, пойдем, мы вас бросаем. За нас. За нас. За нас. Вы же решили с Володей куда в отпуск? Нет, ты знаешь, он мне говорит, единственное, что Машка из него выбила, это то, что мы будем жить на берегу океана. Молодцы, завидую. При вашей сволочной работе у вас всегда есть время друг для друга. Ну, как-то так. Поздравляю. А вот и он, кстати. Алло? Алло? Что? Как у вас дела, девушки? Что? Юля! Юля! Что случилось? Надежда, секретарь из офиса. Вадим Сергеевич просил вас подъехать, написать заявление и забрать трудовую книжку. Перезвоните нам, пожалуйста, как сможете. Юля, это Наталья Петровна. Я звоню напомнить, что сегодня пятница, и Маша очень тебя ждет. Пожалуйста, не опаздывай, приезжай ровно в 3. Мы хотим пораньше выехать на дачу. Thank you.
даче уже кролики выросли. Это хорошо. Ма, а когда ты меня домой заберешь? Скоро, малыш, скоро. Ты ждешь, когда папа из командировки приедет? Да, я жду. Очень жду. Мамочка, меня одна девочка на даче сироткой обозвала. Сказала, что у меня ни мамы, ни папы нет. Ты не слушай никого. У тебя и мама есть, и папа есть. Мам, а можно я пойду посмотрю, как воздушного змея запускают? Беги. Девушка! Девушка, просыпайтесь! Женя, я прошу тебя, отведи ее домой. Спасибо вам большое. Мы сами разберемся, не надо. Юля, Юлечка, что с тобой? У тебя что-то болит? Господи, вы вызвали скорую? Это давно с ней? Минут 20, я думаю, что скорую не стоит вызывать. Почему? А если это сердце? Поймите, я нашел эти таблетки, пока искал телефон, чтобы вам позвонить. Скорая может подумать, что это была попытка суицида. Это очень сильное лекарство. Вам не нужны эти проблемы. Боже мой, какой ужас. Вы, главное, сейчас не подпускайте к девочке. Я поняла. Я поняла. Юля, ты меня слышишь? Юля! Наталья Петровна, что вы тут делаете? Что произошло? Это ты мне расскажи, что произошло. Ты уснула на скамейке. Маша испугалась. Где Маша? Она будила тебя, но ты не реагировала. Спасибо, молодой человек, догадался позвонить. Где Маша? Я хочу ей сказать, что все со мной в порядке. Не в порядке. Что это за таблетки ты употребляешь? Я просто пока не справляюсь без этих таблеток. Мне очень больно. А ты думаешь, нам не больно? Мы единственного сына похоронили. Но мы держимся ради тебя и ради Машеньки. А ты что творишь? В общем так, дорогая моя, пока ты не возьмешь себя в руки, я тебя к Маше не подпущу. Вы не имеете права. Наталья Петровна! Простите, это я позвонил с вашего телефона. Вот. Меня зовут Андрей, я врач. Возьмите. Я психотерапевт. Мне кажется, я смогу вам помочь. Вот моя визитка. Звоните в любое время. Судья не удовлетворит его. Ты так думаешь? Юля, у тебя нет работы. Ты
Ты запустила себя. Глотаешь какие-то таблетки. Маша вообще без присмотра. А то, что случилось в парке, на это есть. Свидетели. Я думаю, что суд примет это во внимание. У нас достаточно оснований, чтобы лишить тебя родителей. Ты держишься? Да. Хорошо, хоть я приехал. Два дня на звонки не отвечаешь. А если бы я не был таким параноиком? Что ты делаешь? Отпусти меня, я сама. Идти сможешь? Да. Мне со следствием пришлось вскрыть дверь. Прости, пожалуйста. Нижнюю личинку замка нужно поменять, а верхним замком можно пользоваться. У тебя есть запасные ключи? Есть. На тумбочке, в прихожей. Аккуратно. Я возьму на всякий случай. На, тебе надо пить. С ума сошла? На тот свет торопишься? Знаешь, на этом меня уже ничто не держит. А Маша, ты подумала? Подумала. Родители Володи хотят лишить меня родительских прав. Ну, во-первых, ни один судья не отдаст им ребенка, пока жива родная мать. Если она, конечно, не запойная алкоголичка или наркоманка. Именно это они хотят доказать. И докажут, если ты будешь продолжать в том же духе. А еще они докажут, что я безработная. По вашей милости. Я был против. После того, как один из клиентов на тебя подал жалобу в коллегии, у Вадима не осталось никаких вариантов. Слушай, 10 лет безупречной работы против одной жалобы? Я поговорю с ним. Прости, я не смог тебя отстоять. Скажи, ну что я могу для тебя сделать? Чем я могу помочь, Юра? Слушай, ты что, не понимаешь? Ты ничем не можешь мне помочь. Просто оставь меня в покое. Ты знаешь, Маша уже лишилась отца. Ты хочешь, чтобы она лишилась еще и матери? Володя бы тебе этого никогда не простил. Последний долг.
Проходите. Присаживайтесь. Не хотите снять куртку? Нет. Это куртка вашего мужа? Он умер? Да. 2 месяца назад. Моя свекровь хочет отобрать у меня мою дочь. Я не могу потерять Машу. Мне нужно взять себя в руки, наладить свою жизнь. Вы поможете мне? Я помогу вам. Но я хочу, чтобы вы понимали, что это долгая работа. И главное, совместная. Мы должны доверять друг другу, иначе у нас ничего не получится. Понимаете? Да. Я понимаю. Хорошо. Для начала соберите вещи мужа. Я не могу выбросить вещи мужа. Но я не сказал, чтобы вы прямо взяли и выкинули вещи мужа. Просто отложите их туда, где они не будут попадаться вам на глаза. Дело в том, что когда вы их видите, они подпитывают вашу боль. Хорошо, я попробую. Предлагаю начать с куртки. Вот и хорошо. Когда вы вернетесь домой, наведите порядок. Избавьтесь от алкоголя, антидепрессантов, от всего того, что вам мешает. Как вы себя чувствуете, Юля? Вы знаете, боль немного притупилась. Я хожу по дому, убираю, разбираю, перебираю все вещи. Но только до той поры, пока не вспоминаю, что Володи больше нет. По идее, это человек, с кем я сейчас могу общаться. Я очень рад, что наши встречи приносят вам хотя бы временное облегчение. Самое ужасное для меня, что в тот день... Пока, ласточка. Я не сказала ему, как сильно я его люблю. Представьте, что на моем месте сидит ваш муж. И вы можете сказать ему все, что не успели. Ну, это как-то странно. Давайте попробуем. Расслабьтесь. Откиньтесь на спинку дивана. Закройте глаза. Дышите глубоко. Попробуйте. Володя, мой дорогой. Ты даже не представляешь, как мне плохо сейчас без тебя. Это я виновата. Ты так гнал ко мне на этот чертов юбилей. Каждый год, каждый день, каждая минута с тобой была для меня огромным счастьем. Я люблю тебя. Я все слышу, моя родная. Я тебя тоже очень люблю. И знай, ты ни в чем не виновата. Успокойтесь. Это часть нашей с вами работы. Понимаете? Это просто психотерапевтический прием. Вам ведь стало чуть легче? Да. Хорошо. Извините. Ничего страшного. Я тоже иногда в повороты не вписываюсь.
Где Маша? Юля, я прошу не приходить к нам. Маша на даче. И не надо ее каждый раз травмировать своим Наталья появлением. Петровна, вы же понимаете, что вы не имеете права не давать мне видеться с моей дочерью. А вот это уже решат органы опеки. Суд будет через месяц. Тебе придет повестка. И Маша просила тебе передать вот это. Все без толку. Я надеялась, что они заберут иск, но они даже не собираются. Как они могли? Ведь это же неправильно. Давайте не будем спешить и обвинять. Мне кажется, они сами не понимают, что таким образом они компенсируют потерю сына. Вы говорили, что суд не удовлетворит их иск. Давайте сделаем все, чтобы укрепить ваши позиции. Да, вы правы. Вы совершенно правы. Устройтесь на работу. Ну, это не так легко. Я провалила одно дело после смерти мужа и испортила репутацию. Юля, я имею в виду любую работу. Любую. Да. Конечно, вы снова правы. Любую. Хотя, вы знаете, мне каждую ночь снится, что я выступаю в суде. Тогда давайте сделаем все возможное, чтобы вернуть вам вашу любимую работу. Да-да, я могу и постить, и серфить. Что нужно писать, вы скажите. Какая специфика? Я юрист. Сколько будете платить? Извините, я вам сейчас перезвоню. Привет. Скажи, ты так и будешь заявляться ко мне без спроса? Ну, у меня выбора нет. Я все утро не могу до тебя дозвониться. Ты знаешь, что такая Дарья Мухина? Нет, не знаю. Ну, конечно, ты же светскими новостями не интересуешься. Между прочим, это известная актриса и балерина. Я где-то видела эту девушку. Да, она очень усердно пиарится. Вернее, пиарилась. Дарья Мухина, 24 года. Была убита вчера вечером. Главного подозреваемого, Андрея Камышева, задержали на месте преступления. Он вызвал скорую, а соседка вызвала полицию. Против него есть несколько весомых косвенных улик. Поэтому оправдательного приговора мы вряд ли добьемся, но за серьезное уменьшение срока побороться можно. Ну что, возьмешься? Слушай, а как это Вадим доверил такое громкое дело мне? У него выбора не было, потому что клиент настаивает, чтобы его защищала именно ты. Здравствуйте, Юля. Ой. Я не ожидала вас здесь увидеть. Разве ваша фамилия не Орлов? Орлова – это девичья фамилия моей матери. Она более звучная и легко запоминается. Я использую ее в работе. Надеюсь, это не преступление. Нет. Здесь соглашение об оказании юридических услуг. Вам нужно его подписать. Почему вы улыбаетесь? Я рад вас видеть. Я вижу, что вы снова стали собой. Итак, вас обвиняют в преднамеренном убийстве. Вы давали показания и подписали протокол. Да, я просто рассказал, как все было. Это была ошибка, Андрей. Нужно было дождаться меня. Вы не должны делать заявление, подписывать какие-либо бумаги, отвечать на вопросы без согласования со мной. Это крайне важно. Я понимаю. Итак, Мухина была вашей пациенткой. Вы позвонили ей, чтобы уточнить время следующей сессии, а она попросила перенести сеанс на вчерашний вечер. Почему? Даша страдала неврозами. С элементами мании. Ей казалось, что ее кто-то преследует. Что было дальше?
Даша сказала, что приедет к 11, но в 11 ее все еще не было. Я прождал час. В полночь набрал ее номер, мобильный не отвечал, домашний тоже. Я начал беспокоиться и в час ночи решил сам поехать к ней. И у вас был ее адрес? Да, я записал на всякий случай, потому что у него были суицидальные мысли, не дай бог что. Продолжайте. Где-то около часа ночи я вышел из квартиры, вызвал лифт и решил позвонить Даше еще один раз на мобильный телефон. Вдруг я слышал звук телефона, как будто он где-то рядом, как раз на черной лестнице. Я зашел туда и видел, что она лежит между пролетами. Я подбежал к ней и начал трясти, и я понял, что она не дышит. Соседка, вызвавшая полицию, утверждает, что видела, как вы душили Мухину. Я просто пытался помочь. Я позвонил в скорую, делая массаж сердца. Здесь также сказано, что вы видели некого человека в серой куртке с капюшоном, убегающего вниз по лестнице. Серая куртка или плащ, я не помню точно, не разглядел. Хорошо, я сейчас поеду на место преступления, там еще работает оперативная группа. Юля, вы даже не спросите, убил ли я ее? Нет. Почему? Потому что теперь я ваш адвокат, и даже если бы вы сознались, я обязана вас защищать. Андрей, я знаю, что вы никого не убивали. Спасибо. Так, Витя, мне нужны от тебя запросы и распечатки всех звонков. Нужно установить связь Орлова и Мухиной. Понял? О, Богатырева, снова в строю? Как видишь, есть что-нибудь интересное? Да, в принципе, уже закончили. Ничего подозрительного. Все материалы в деле. Могу поговорить со свидетелями. Вот здесь это было. Я вносила мусор. Гляжу, там кто-то мелькнул. Мне стало очень интересно. И я решила посмотреть. Я выглянула. Смотрю, она вот тут лежит, женщина, а мужчина над ней склонился и душит ее. Я вскрикнула, и он побежал. Вниз. Вы сказали мужчина. Вы уверены, что это ваш сосед Камышев Андрей? Конечно, уверена. Вы же его арестовали, значит, точно он. Спасибо. Заключение медэкспертизы получили уже? Получили, предварительное. Идите. Здесь все банально. Смерть в результате острой асфиксии. Там ее вырубил, а здесь задушил. Видеонаблюдение есть в подъезде? Нет, и кодовые замки уже неделю не работают. Понятно. Вы что, лестницу не осматривали? Не знаю. Вчера сюда дежурная группа выезжала, а мы с утра в квартире на обыске работали. Что здесь? Скажите, эта камера ваша? Да. Работает? Круглосуточно. Могу я посмотреть запись со среды на четверг? Ну, это будет проблематично. Руководство будет против. А если вот так? Так? Пойдемте, покажу. Здравствуйте, вы Оксана, сестра Дарьи Мухиной? Да, я. Вы кто? Меня зовут Юлия Богатырева. Я юрист. Спрашиваю свидетелей по делу об убийстве вашей сестры. Мы можем поговорить? Да, конечно, проходите. Вот сюда. Я тут путаюсь еще сама. Вы проходите, садитесь. Вам чайку, кофейку? Спасибо, кофейку я бы выпила.
Оксана, вы поддерживали отношения с Дашей? Можете рассказать что-нибудь о круге ее общения? Да нечего рассказывать. Мы уж лет 10 как не общались. А я только вчера прилетела. Вот, дело наследственное открыть, да за добром приглядеть. Как бы менты или соседи с квартиры что не вынесли. А другие родственники есть? Да откуда? Мать умерла год назад. Тогда Дашка даже на похороны не прилетела. Съемки у нее, видите ли. А скажите, а вот как узнать, сколько у нее денег на счетах было? Это вам нотариус поможет, не я. Ой, нет. Боюсь, ограбят меня, обведут вокруг пальца. У Дашки ювелирки знаете, сколько было? Кольца, браслеты. Откуда про драгоценности знаете, если не общались? Так я альбом нашла. Дашка все фотографировала. Одежду, ювелирку. У нее стилист был ее одевал. Вот они эту памятку и сделали, чтобы не забыть, что к чему. Скажите, а то, в чем Дашка была, полиция вернет? Вернет, но только после суда. Вы не поможете мне с этой техникой разобраться? Ну, никак не получается. Нет, извините. Мне просто нужно идти. Ну, может быть, чайку хотя бы? Спасибо, не беспокойтесь. Давайте вас провожу. Всего хорошего. Это огромная потеря для всех нас. Даша была примой нашей труппы, понимаете? А скажите, я слышала, что у Даши были некоторые психологические проблемы. Замечали что-нибудь подобное за ней? Вы совсем не знаете специфику нашей профессии. У нас все немножко с приветом. Что касается Даши, она была слегка капризная, как и все ее коллеги, но не более. Ну что я могу сказать? У нее всегда были влиятельные поклонники. Но они есть у каждой из нас, это часть профессии. Истеричка она была и бездарность полная. У Мухиной было много ролей в театре, ее часто приглашали в кино, на телевидение. Уж точно не благодаря таланту. Юля. Очень хорошо, что ты зашел. Иди сюда. Смотри, что я нарыла. Возможно, это и есть убийца Мухиной. Вообще-то это может быть кто угодно. У нас же нет записи, как он выходит из подъезда. Нет. Вот. Он, скорее всего, вышел через черный ход, а там нет видеокамер. Зато на лестнице был обнаружен кусок серой ткани. Возможно, это и есть фрагмент с куртки убийцы. Но это практически недоказуемо, учитывая качество видеозаписи и отсутствие у нас этой серой куртки, с которой можем сравнить этот фрагмент. А вот доказать вину Камышева можно. Его застали на месте преступления. Может, пусть он пишет чистосердечное признание. Плюс психиатрическая экспертиза, плюс состояние аффекта, и выйдет прекрасное непреднамеренное. Марк, у Камышева не было мотива убивать Мухину. Он был ее лечащим врачом. У него был мотив. Он спал с Мухиной. Что? Как вы могли мне не сказать? Честно говоря, у меня даже в голове не укладывается. А что именно? Что я спал с Дашей или то, что я вам не сказал? Что у вас был мотив для убийства? Он был не только у меня. У Даши было много любовников. Учитывая специфику ее поведения, я мог убить любой из них. Доказательства. Часть сеансов с Дарьей я записывал на диктофон. Файлы хранятся у моего секретаря. Свяжитесь с ней. Проходите, устраивайтесь поудобнее. Где мне лучше сесть? Вот на диван. Или хотите снять куртку? Нет. Я ему сказала, что ухожу. Какова была его реакция? Он так разорался, стал требовать, чтобы я вернула все подарки. Вы не вернете? Нет, конечно. Мне за скандал с его женой вообще дополнительная компенсация полагается. Выходим мы с Вадиком из ресторана из-за угла Константин. Просто сцена из сериала. Они подрались, чуть не убили друг друга. А вам нравится сталкивать своих любовников между собой? Вам их не жалко? А что их жалеть-то? Все мужчины подлецы и мерзавцы. Давайте снимем эту отрицательную генерализацию. Даш, опишите вашего идеального избранника. Ну, даже не знаю. Хорошо. А если сейчас в вашей жизни мужчина, к которому вы искренне привязаны? Наверное, Володя. Кто это? Один очень известный адвокат, защищает половину нашей эстрады. Он очень крутой. Он нежный, внимательный, заботливый. Смешно меня называет.
Когда я ложусь рядом и укладываюсь поудобнее, он мне говорит: ты ко мне ластишься. Значит, ты ласточка. Он женат? Женат? Ты что? Жена не стенка. Он мне говорит: ты ко мне ластишься. Значит, ты ласточка. Ластишься ко мне? Значит, ты моя ласточка. Я так его любила, а он изменил мне с этой вашей. Юля, мне очень жаль, что из-за меня вам пришлось копаться во всех этих отвратительных подробностях. Я думаю, вам лучше отказаться от моего дела. Суд может узнать, что ваш муж был любовником Даши. Это может вам навредить. Нет, нет, я... Теперь у меня есть отличный шанс. И я смогу доказать, что мотив для убийства был не только у вас. И я не хочу, чтобы вы сидели в тюрьме из-за этой женщины. Почему бабушка больше с тобой не дружит? Вы из-за папы поссорились. Он умер, да? Да, Машка, его с нами нет, и мы его с тобой больше никогда не увидим. Машенька, нам пора домой. Мамочка, когда ты меня заберешь? Машечка, очень скоро, Машечка, я тебя заберу. Маша, я тебя люблю. Я тебя тоже, мамочка. По словам обвиняемого, Мухина позвонила ему в состоянии истерики. Однако в этот же самый день убитая участвовала в ток-шоу на телевидении, после которого отправилась прямо домой к Камышеву. Мир шоу-бизнеса очень жестокий. Как вам удается выживать в нем? Ну, вы знаете, вообще я очень живучая. И питаюсь энергией своих поклонников. Но, честно говоря, ради моих зрителей я готова смириться с любым миром. Как мы все с вами видим, у Дарьи Мухиной прекрасное настроение. На ее лице нет ни тени страха, тревоги или истерики. На записи с камер видеонаблюдения мы отчетливо видим, как некто зашел в подъезд примерно за 30 минут до убийства Мухиной. Никто из жильцов дома не смог опознать этого человека. Я прошу суд обратить внимание на вещественное доказательство номер 18, а именно на фрагмент серой ткани, который был обнаружен на перилах лестницы, этажом ниже, место убийства Мухиной. Это согласуется со словами моего подзащитного, что убийца как раз убегал вниз в тот самый момент, когда господин Камышев открывал двери своей квартиры. Ваша честь, адвокат забыл, вероятно, случайно, что записи выхода этого человека из подъезда дома обвиняемого не существует. Ну а во-вторых, доказать, что фрагмент серой ткани вырван именно из куртки неизвестного, не представляется возможным. Маргарита Сергеевна, вы единственный свидетель убийства Дарьи Мухиной. Расскажите, пожалуйста, суду, что вы увидели, выйдя на лестничную клетку из своей квартиры? Я увидела, как мужчина душил женщину. Прекрасно. Этот мужчина находится в зале суда? Да. Вот он. Скажите, почему вы так уверены, что видели именно подсудимого? Вы успели разглядеть его лицо? Да, успела.
Вы носите очки. Они были на вас в тот момент, когда вы вышли на лестницу? Мои очки, они то пропадают, то возвращаются, как будто их специально кто-то прячет, когда я не вижу. Ваша честь, я прошу приобщить к делу справку из районного психдиспансера о том, что свидетельница состоит у них на учете уже несколько лет из-за психической болезни и страдает слуховыми и визуальными галлюцинациями. Таким образом, ее показания не могут быть приобщены к делу. Анна Леопольдовна, вы психотерапевт? Да. Да? Расскажите, пожалуйста, суду, в каких именно обстоятельствах и когда к вам обратилась убитая Дарья Мухина? Даша обратилась ко мне 1,5 месяца назад. У нее была тяжелая депрессия. А за 3 дня до смерти она мне сообщила, что ее преследует ее психотерапевт. У них была любовная связь, и, по словам Даши, Камышев угрожал убить ее, если она его бросит. Анна Леопольдовна, вот распечатки ваших телефонных звонков. 2 мая Дарья Мухина звонила вам 22 раза в течение дня. Вы ответили ей только 2 раза. 20 звонков осталось без ответа. Скажите, зачем Дарья звонила вам в тот день? Она просила срочно принять ее, но я просто не могла этого сделать. У меня в этот день было очень много пациентов. Ваша пациентка остро нуждалась в вашей помощи. А вы отказали ей в связи с нехваткой времени. В отличие от моего подзащитного, который оказался в такой же ситуации спустя 2 недели и не бросил Дарью на произвол судьбы, а принял ее. Как вы, Андрей? Как на собственных похоронах. Не падайте духом. После перерыва я предъявлю суду записи ваших сессий с Дашей. Юлия, я вас очень прошу не обнародовать эти записи. Как? Без них у нас нет шансов, Андрей. Какая разница для меня? Все равно все кончено. Мне придется закрыть практику. Кто доверится психотерапевту, который обвиняет в убийстве? Кому я нужен? Вы мне нужны. Пожалуйста, не сдавайтесь. Позвольте мне вас вытащить. Я буду бороться, но не хочу, чтобы трепали мне Дашу в суде. Вся моя линия защиты была построена на этих записях. Это последний довод. Все-таки нет. Должен же быть какой-то другой выход. Какой? Вы знаете, я кое-что заметил, когда прокурор показывал это видео ток-шоу. У Даши было кольцо на руке, а когда я ее обнаружил, кольца не было. Хотя она приехала ко мне сразу после этого ток-шоу. Понимаете, это может быть наш шанс. Юля, судья возвращается. Я иду. Иду, иду. Ваша честь, я прошу отложить судебное заседание.